Республику Дагестан «Пассажир» и команда «Юность Москвы» города Москвы. Мастер спорта международного класса. Тренируется под руководством Гамзата Абасова, Магомеда Гусейнова, Абдулмашида Ахмедова. С военно-чин спортивные результаты Ахмед Гаджи Магомедов показал в 2018 году. Он стал бронзовым призером первенства мира, чемпионом Европы, чемпионом России и обладателем золотой медали международного турнира «Гран-при» Иван Юрьевич. Он четырехкратный победитель этого турнира. Страна! 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 Страна!
Ростова.